Дети Юлии Зареевой учатся в школе Ектылык. А Юлия с мужем принимают активное участие в жизни школы. К примеру, помогали делать ремонт. Муж Юлии, как и некоторые отцы учеников, сейчас находятся в зоне СВО. Чтобы поддержать учеников и их родителей, в учебном заведении чествовали бойцов и их семьи в рамках события «Крепкая семья. Основа государства». От семьи же все идет. Поэтому по-другому никак, смотря на нас, наши дети будут брать примеры, тоже создавать такие крепкие семьи, и другие люди будут смотреть, и все идет от семьи. Событие приурочено к году семьи. Для татарского народа семья – очень важная часть жизни. Поэтому основная задача школы Ектылык – не только качественное образование, но и сохранение традиций. Мы воспитываем на примерах. Поэтому это патриотическое мероприятие. Для нас архиважно было. И, конечно же, дети с какими улыбками меня это делали, с каким наслаждением это они делали. Поэтому, я думаю, цель достигнута. Это мощное воспитательное мероприятие. Школа Ектылык традиционно является тем учебным заведением, в котором сохраняются татарский язык, культура, традиции. И именно здесь существуют, действуют различные вокальные и хореографические коллективы. Мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Галина Топилина, Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.